Всем хоккеюшки! И с вами та самая хоккейная передача, которая расскажет о главных событиях МХЛ в интернете за прошедшую неделю. Закончился самый искренний и бескомпромиссный хоккейный турнир этого года. Речь, конечно же, о молодежном чемпионате мира, где наши парни дошли до финала и рубились со сборной Канады. Можно сейчас шутить про MVP канадцев в телевизионную камеру и говорить, что телек зло. Но делать я это, конечно, не буду. Я просто скажу спасибо парням за достойную игру и результат. Вы красавчики. В прошлом выпуске новогоднего контента было критически мало. Я решил немного продлить вам праздничного настроения. Да и пожеланий много не бывает. Начнем с питерского Динамо. Обещаю в новом году начать бегать. В новом году обещай выучить английский. Обещай, в новом году не есть на ночь. В новом году обещай классно сдать все экзамены. Обещай в новом году больше читать. Обещай в новом году откладывать деньги. Обещай в этом году болеть за Динамо. Новый год! Какие милые! А я обещаю делать крутой контент. Аминь. Погнали дальше. Похоже, лучшая последняя тренировка 2019 года была у Мамонтов Югры. Такой движ вы даже на играх не увидите. В час, когда зажигаются свечи, в каждом доме и каждом окне это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый год. Все мечты исполнит новый год. Я желаю всем в 2020-м как можно больше поводов, после которых хотелось бы также отжигать. Хотите узнать, что Дедушка Мороз подарил русским витязям? Только одно условие – не завидовать. Договорились? Тогда смотрим. С наступающим! Здоровье самое главное! Ура! С Новым годом! Так, я же сказал не завидовать. Вам тоже подарили классные подарки на Новый год. И они ничуть не хуже, чем у русских витязей. Верьте мне. Дарили мне пачку соли. Теперь вы можете солью доедать. И давайте уже завершим это новогоднее безумие. Блиц от питерского Динамо отлично подходит для этого. Веришь, Дед Мороз? Да, верил. Сейчас нет уже. Почему? Любимое новогоднее блюдо. Крабовый салат. Оливье? Наряжался на Новый год в садике. Я в садик не ходил. Мандарины или икра? Мандарины и икра. Какой стишок может прочитать Деду Морозу, если он попросит? Я забыл.
Маленькая елочка холодной зимой. Лучший момент уходящего года. Курант, наверное. Динамовцам я желаю не сбавлять свой темп как в хоккее, так и в креативе. Продолжайте делать что-то крутое, всем на радость. Ставьте только правильные хэштеги, смотрите нас и следите за будущими звездами мира хоккея, чтобы потом было что вспомнить. Увидимся на Кубке Вызова, друзья, и пусть у вас будет все хоккей.